карьеру, кто-то семью, кто-то и то, и другое. Вся наша жизнь – это сплошная стройка. Наша работа за ней наблюдает. Сегодня мы… Я не знаю, где мы сегодня. Здесь слишком все… Здравствуйте. Слишком все сложно. Что это такое? Расскажите, пожалуйста. Это завод по производству газобетона. Единственный в Крыму. Автоклавного газобетона. Единственный в Крыму. Да. То есть здесь не строят, здесь добывают то, из чего строят. Ну, можно сказать и так. Ясно. Ну, пойдемте посмотрим. Интересно тут у вас. Да я уже одна из вас, я уже все. У нас тут были и технологи женщины, почему приезжали. Еще и нас учили. Он горячий. Как хлебушек горячий. О, так, подождите. Ну, я, пожалуй, сойду. Гипса. О, мамочка. Где идет наполнение? Я готова. Работаем. Посмотрев на весь цикл производства газобетона со стороны, объясню вам этот процесс очень просто, по-женски. Все это напоминает замешивание теста. Серьезно, смотрите, вот эта установка, она называется миксер. Здесь в разных пропорциях смешивают цемент, песок, известь, вжух и готово. Вот песок с определенной дозировкой, дозаторы идут. Можно проверить на что-нибудь. А почему он мокренький? А потому что он мокренький. Приезжает. Он сухим не приезжает. Все, что идет по конвейеру, вот и в мельницу. В этот цилиндр, грубо говоря. Да. Там перемалывается. Вот шарами перемалывается. И вот тут у нас выход. Лучше отойти. Может быть, кофе? Да, мне, пожалуйста, без молока. Оно уже с молоком. А что здесь? Что молотый песок. Это только молотый песок. Все, как я люблю, молотый песок. Да. С сахаром. Да. Две ложки. Спасибо. Не тот запах. Вообще не тот. А это форма, в которую заливается тесто, в смысле газобетон. И потом уже вот по специальной вагонетке отправляется в специальную зону созревания. Что здорово, это то, что весь процесс абсолютно автоматизирован, управляется буквально нажатием нескольких клавиш, кнопочек. Все это происходит вот здесь, вот в этом самом месте. Пойдем посмотрим. Заливочный узел, здесь происходят вот все вот эти процессы, что вы снимали там, ну вот, контролируется вот здесь с помощью этих компьютеров и вот этого всего. То есть все получается, производство автоматизировано, да? Вы можете здесь наблюдать, контролировать. Да. А вот здесь находится зона созревания. Здесь газобетон набирает свои первоначальные прочности. Это все равно, что, выражаясь кулинарным языком, оставить тесто для того, чтобы оно подходило. Здесь жарко и влажно. Температура 45 градусов. Как в хамаме. Рабочие ваши сюда не ходят на процедуры? Это зона только как бы для ограниченного доступа. Сюда могут входить операторы или технологи. Все. Все серьезно? Все, да. Да? Очень пойдемте. Когда они там дойдут до определенной температуры, до определенной пластичной прочности, да, то есть они станут потверже, скажем так, они приезжают вот сюда. И он его сейчас будет брать и везти на расформовку. А, смотрите, прямо в наших глазах происходит. Дальше идет процесс резки. Тут снимается поверхностный слой. Самый плохой слой, вот он отрезает. Класс. А дальше рама со струнами идет. Вот он режет струнами. Вот. Вот сама резка идет вдоль всего массива. Смотрите,
Смотрите, на наших с вами глазах происходит резка этого цельного массива на такие маленькие, аккуратные кусочки. Чем-то напоминает даже буханочки хлеба, кирпичики. На сегодняшний момент это единственное производство автоклавного газобетона в Крыму. Линия загружена на 100%, то есть мы производим на сегодняшний момент 750 кубов в сутки. При потребности рынка на сегодняшний где-то в районе 1000 кубов. То есть куда расти, есть куда развиваться, учитывая, что мы поставлены масштабные планы президента на увеличение введения квадратных метров, то я думаю, что у нас, нашего завода есть такая же перспектива развиваться со строительной отраслью Крыма. Получается, человеческое вмешательство минимальное, да? Минимально. То есть вам главное следить за тем, чтобы все было качественно, прочно. Ну, прочно это мы будем смотреть в конце. Прочно оно или нет. Круто, смотрите. Это 4 большие бочки, да? Да. По-вашему, автоклавы, да? Да. Ну, не по-вашему, это так правильно. Ну, это похоже на какую-то космическую вообще установку. Вы это видели? Мы можем пройти на космическую установку. Пойдемте. Мы на борту МКС сегодня. Боже, так это как метро. Да, 40 метров туда. 40 метров. С ума сойти. Над нами крышка, наверное, я не знаю, тонны две, наверное, может больше. Над нами крышка, знаете? Закрывающая все это дело. На наших с вами глазах блоки отправляются в эту большую печь огромную, или выражаясь строительным языком, автоклав, и будут там находиться при температуре 180 градусов. Это линия упаковки, где уже готовый продукт. Здесь машина сама обматывает, сама спаивает. Это, то есть, вот. А, все, и получается такие симпатичные брусочки, да? Ну, можно так сказать, да. 16 тысяч вот таких блоков. Сутки. 16 тысяч кубиков в сутки производите. 16 666. Ну, примерно. Ну, плюс-минус, но вот такая цифра. Это очень много. А что делать? А что делать? Потребности Крыма растут. Потребности Крыма растут. Вот так. Ну, хорошо, что вы их удовлетворяете. Стараемся. Пункт управления вот этими автоклавами. Пульт управления полетом космической станции. Ну, по крайней мере, 4 самолета у нас вот здесь. Это 4 автоклава, вот эти вот 4 трубы большие. Ага, то есть человек садится. И пошел. И тоже ведет статистику. Журналы. Все фиксирует, наблюдает. Ну, хорошо. 22-е. 07-е. Здесь 300. А что такое 300? 300 – это размер блока. Блок. Вот. Так вы оставайтесь со мной, будем описывать. Оставаться с вами? Соответственно, мы приходим уже... А, вот лаборатория. Ой, смотрите, это святая святых. Здесь все секретно. Но нам можно. Идем. Это пробник. Да. Можно так выразиться? Да, правильно. Ага. Это так и есть. Ух, это проба. Класс. Я лаборант. Там есть пила. Распиливаю их. Вот 10, угу. 10 на 10. Вот он. 10 на 10. Да. Ну, собственно, вот все, что он выдержал. На данном этапе это 41 и 48 килоньютона. Килоньютона это они совпадают еще с килограммами. Это 41-48 килограмм на сантиметр квадратный. Как на кухне, знаете, я смотрю. А, ну так и есть. Да, смотрите, даже есть сковородочка. Что вы тут, яишенку? Да, с утра сразу. Яишенку зачем жарить? Работать яишенку? Ну, можете потрогать все, что хотите. То, что нельзя трогать, я скажу, что нельзя трогать. Это у нас называют воздушная баня. Что это? Ну, воздушный душ. Воздушный душ, это для чего? Для чего? Просто после работы опуск. А, да? Пожалуйста, да. Освежаем.
снизу. Единственный в Крыму завод по производству автоклавного газобетона делает эксклюзивные укладки. Производство автоклавного газобетона идет буквально днем и ночью, круглосуточно, 24 часа в сутки. Операторы работают для того, чтобы... Это все для того, чтобы Крым развивался. Ну, все крупные объекты, все знаковые объекты Крыма построены в наш аэропорт, больница Семашко, все вот по программе «Демография», «Крымская роза», «Жигулина роща» тоже укомплектованы нашим материалом. По ЕБК это «Артек», «Крымская ривьера», «Юдак», плюс Министерство обороны точно так же использует наш продукт. Мы работаем для того, чтобы весь Крым был обеспечен газобетоном. Качественным и надежным материалом. Материал будущего. Так, я желаю нашему предприятию, которое на сегодняшний день обеспечивает практически весь Крым газобетоном, переходить уже и на рынок России.